Маска, угу, перчатки. Когда вы их одеваете? Как только отъезжаете от остановочки, да? Утро четверга. Конечно, общественного транспорта на Западном. Сотрудники санстанции проверяют наличие средств индивидуальной защиты у водителей. В этом им помогают инспекторы ГАИ. Такие рейды мы проводим 2-3 раза в неделю. И выходные дни в том числе по маршрутным такси. Рейды мы делаем для того, чтобы еще раз напомнить водителям и юридическим лицам, что они должны выполнять санитарные правила. Список невелик. Иметь запас масок и перчаток на день, вовремя их менять. Как можно чаще проветривать автомобиль. После каждого рейса обработать салон дезинфекционным. Остановка занимает буквально пару минут. За это время водитель должен успеть обработать поручни, ручки дверей, подлокотники. Словом, места, которых чаще всего касаются пассажиров. И дальше в путь. Отметки об обработке вносятся в специальный журнал. Все строго контролируется. Кроме того, после каждой смены водители чистят сиденья, обивку салона и напольные коврики. Прихожу в первую очередь, обрабатываю свое рабочее место. А там в дальнейшем по времени в салоне, там с вечера сменщик обрабатывает салон после сдачи, после мойки. Бывает, пассажиры садятся, ну там чихают, там кашляют. Стараешься, как бы говорить, маску одевается. Перчатки, маска, антисептик. Пассажиров не кашляю. Меняем у нас комплект масок после двух-трех часов. Меняем маску постоянно. Соблюдать меры предосторожности специалисты рекомендуют и пассажирам. Зайдя в общественный транспорт, надеть маску лучше в комплекте с перчатками. Победа над коронавирусом – общая цель. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.